вашему вниманию материнскую плату от компании Asus модели P8H61MLX, форм-фактор которой Micro-ATX, а физические размеры 244 на 183 мм. Сокет 1155 и поддерживает процессоры Intel 3 и 2 поколения Intel Core i7, i5 и i3. Поддерживает оперативную память 2 DDR3 DIMM с частотой от 1066 до 2200 МГц. Максимально поддерживаемый объем 16 ГБ. Из внешних портов данная материнская плата имеет два разъема PS2, один из которых для клавиатуры, а один для мыши, 4 USB 2.0, один RJ45 для подключения сетевого кабеля, один VGA, один COM-порт, один LPT-порт, а также 3 аудиоразъема. Также стоит отметить, что видеовыходы будут работать только в том случае, если процессор имеет встроенное графическое ядро. Материнская плата имеет такие слоты расширения, как 1 PCI-Express 3.0 и 3 PCI-Express X1. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.